Еще один пакетик. В целом все окей, наушники играют. Это у нас кожзаменитель съемный, поэтому заменить по мере износа будет не проблема. Наушники подписаны, правый, левый. Это у нас изнутри, не знаю, похоже на какую-то, я бы сказал, бархат, но какой-то более мягкий, более короткий. Звук с телефона нормальный. Но надо понимать, что это наушники самые простые, самые дешевые. И ждать от них хорошего, идеального звука не стоит. Ну вот просто послушать что-то, что не даст другим отвлечься, вот это самое то. Все, заканчиваем подкаст, анбоксинг. Увидимся на следующей неделе.